Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Там генератор. Давай посмотрим. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да. Прикрой меня. Не валяй, дурака! Скорее! Похоже, что я херня страдаю. Молодцом, Ник. Не зевай. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Но вот это явно не они выкопали. Мы знаем, кто это был. Жрать пыль целую вечность? Да вы издеваетесь.
Сюда. Джейсон! Мать. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Колчик, вы там? Прием. Мы здесь, регбист. Что, взрыв услышали? Прием. О, да, услышал. Вы как? Живы. Иракцы оставили подарок. Смотрите под ноги. Понял. Я иду. Отбой. Он идет. Класс. Надеюсь, пиво захватит. Что нас там поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Невозможно. Ты сам слышишь? Херня! Это точно он! Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Ты уверен? Я никого больше тут не брошу. Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Напомню, что решение принимаю я. Все за мной. Нет, я поведу. Нет уж, я с вами. Лазма оглу ла. تخاني لوحدك مش هتخاني معاك لازم يكون في طريقة تانية من هنا لازم يكون في طريقة تانية
لازم يكون للشمس. بس في حاجة ضايعة منه. Не зевайте. Слышно его? Это главный ястреб 2-1. Джоуи, слышишь? Ответь, прием! Проверим пушки. Мы не можем рисковать. Это Джоуи. Ему херово. Надо спешить. Капрал Гомес, это регбист. Как слышно, прием. Вы ведь были с капралом Гомесом? Что с ним произошло? Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Я не ошибся. Боже. Будем надеяться, что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезную. Насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Гребаная дыра. Не хотелось бы вас... Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Это кровь? Да уж, вляпались мы в дерьмище. Декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что они нашли что-то внизу.
Что же они тут нашли? Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Он близко. Ну и пиздец. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Прикрой. Идем. Зря мы сюда приперлись. Вдруг он не один? Хорошее место для засады. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи. Поспешим. Джоуи, это ты? Нахер. Вперед! Чертов тупица. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, рэгбисту. Сэр, вы там? Прием. О, нет. В той стороне сидит демон. Мы можем одолеть, но только вместе. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. Их слабое место —
это солнечный свет. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Я видел, как один демон разорвал на части целый отряд солдат. Нужно обойти вокруг. Я готов. Давай. Что за ебанина такая? Эти твари тут везде! Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Я не знаю, кто они. Я должен быть у себя дома с сыном. Да уж, семья — это все. Я не должен был ехать. У него день рождения. Ой-ё, и вправду не должен был. Сколько ему? Он уже мнит себя мужчиной. Хотя он только мальчик. Ему 18. Ого! Круто! Круто! Значит так. Лучший твой подарок ему — это выжить и вернуться. Только эта мысль ведет меня. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Шукра нихуя. Главный ястреб 2-1, ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом, прием. Идем к тебе. Твоим друзьям лучше не дурить. Слушай, доверься мне. Тебя не тронут.
Брось оружие, живо! Уберите от меня автоматы, вы все! Так, погодите, всем успокоиться! Он нам не враг! Я не хочу тебе вреда! Не совершай ошибку, солдат! Опусти оружие сейчас же! Нет, давай сначала ты! Брось оружие, или мы стреляем! Ты слышал? Живо бросай оружие! Я слишком далеко зашел, чтобы умереть от рук американца! Ладно, все. Нет смысла воевать. Хватит. Как по мне, надо вышибить тебе мозги. Это ничего не изменит. Я так и останусь в аду. Не искушай. Возвращаемся в храм. Вяжи его. Будет дергаться. Стреляй. После всего, что было, удружил. Как хочешь. Сколько здесь ваших? Вы охраняли хим оружие? Мы ведь близко. Где оно спрятано? Отвечай! Ты не понимаешь, с чем имеешь дело. Разве тебе не довелось видеть этих демонов? Не знаю, что видел. Я знаю. Там внизу есть монстры. Монстры питаются плотью. Монстры, горящие на солнце. Рванет. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Повезло, что мы живы. Я твой должник. Правда, ты меня спас. Ничего, брат. Потом предъявлю тебе счет. Но серьезно, рад, что ты здесь. К такому я готов только с тобой. Я бы не был так уверен. Нужно будет постараться, чтобы выжить. Ты и я. Мы справимся. Куда я без тебя? Слушай сюда. Если останешься один, сражайся, как они. Бей быстро, жестко и прячься в темноте, пока они раздупляются. Все понял, сержант? Да, я понял. Ни хера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да что с тобой? Не эти люди войну начали.
Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Бля, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. А тебя разве нет? Регбист главному ястребу. Как у вас? Прием. Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием. Вас понял. Конец связи. Сколько солдат сейчас в тоннелях? После обвала сколько попало сюда? Ты был один, когда напал на нас? Не понимаю, о чем... Ложь! Но я не нападал... На меня! На мою жену! Жену? Да! Она упала! В провал! Мне жаль. Еще нет, но скоро будет. Как тут глубоко. Регбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Колчак. Целус обнаружил под храмом более крупное сооружение. Будьте начеку. Там что-то огромное. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. (Клышко)